Мастер-класс по стрельбе из лука провели воспитанники Одинцовской спортивной школы для участниц проекта «Активное долголетие». Такая практика полезна не только ученицам солидного возраста. Ребята на подобных мероприятиях также оттачивают свое мастерство. Когда юный спортсмен кому-то объясняет и показывает технику, он сам лучше запоминает. То есть, вот, это очень хорошая практика в том плане, что спортсмен учится более быть и самостоятельным, передать свой опыт. Вот. И также это очень позитивно сказывается на обоих, так скажем, личностях. Вот. Сначала юные стрельцы продемонстрировали свои умения, затем все основательно размялись. Специальная гимнастика – залог успешного попадания в цель. Также ребята рассказали активным долголетам об устройстве современного лука. Тетива, плечи и рукоятка. На тетиве расположено гнездо. В него вставляется стрела. Лера Фастовская в Одинцовской спортшколе учится стрельбе из лука уже 4 года. Несмотря на явные успехи в этом искусстве, девочка достаточно самокритична. У нас с первого раза ни у кого не получается. Сначала у меня и стойка была неправильная, и все, сейчас мы более-менее все исправили. Стрельба из лука – непростой вид спорта. Для освоения этих навыков нужны годы тренировок. За часовой мастер-класс долголеты смогли лишь познакомиться с этим направлением и почувствовать себя в роли Робина Гуда. Веселый и азартный урок оставил массу приятных впечатлений у всех участников мероприятия. Лука просто великолепно. Спасибо. Ребята замечательно объясняют, преподаватель Мария. Просто замечательно. Такое удовольствие получили. Просто спасибо им. Подобные мастер-классы планируют проводить на постоянной основе для всех желающих. Полина Толмачева, Юлия Михайлова, телекомпания «Одинцова».